Арсений Андреевич, вызывали? Да, Ян, заходи. Дверь на ключик запереть? Зачем? Ну, у нас же будет собеседование на должность управляющего. Послушай, Ян, ты не будешь управляющей, нет. А может, вы все-таки мне вопросы зададите? Какие-нибудь? Например, о моем богатом опыте? Значит, если ты сейчас не прекратишь свой харассмент, я тебя уволю. Какие мы слова знаем. Да. Значит, так, да? Да. А по-моему, харассмент — это вчера говорить: «Яночка, я назначу тебя управляющей, а сегодня я тебя уволю». Кстати, вы со своей женой о моем увольнении советовались? При чем тут моя жена? Я думаю, ей будет очень интересно узнать о том, что между нами было вчера. Что между нами было вчера? Посидели, поели суши, выпили вина, поговорили о работе. Все, весь рассказ. Хорошо. Я просто добавлю несколько деталей специально для вашей жены. Например, о том, что у вас постельное белье сиреневого цвета, гель для душа, апельсин, маракуйя и родинка. Вон там. Ты просто увидел, как я переодеваюсь, и все. Согласна. Аргумент слабоват. Да? Поэтому я спрятала у вас в квартире доказательства.